Звездная среда. Но сначала традиционно загадаем нашу загадку, даем подсказку. Кто-то у нас здесь скрыт. Итак, на фото американская певица, обладательница Грэмми, которая на днях намекнула на перемены в личной жизни. На своей страничке в соцсетях она показала помолвочное колечко. Да не просто помолвочное колечко, там роскошные украшения, усыпанные бриллиантами, которые держит в руках ее молодой человек. Вот так. Но, правда, помимо восторгов, она получила много хейта, потому что ее избранник... намного моложе, чем она. Итак, друзья, если вы догадались, кто же у нас сегодня скрыт на нашей фоторамке, обязательно напишите в группу «Утреннего экспресса» или во ВКонтакте, или на телефон номер WhatsApp +7 900 040 11 44. Напишите, будьте первыми, а мы вам поаплодируем, как только вы догадаетесь. Да? Ну и движемся дальше. Да, мы обещали рассказать, как же мировые знаменитости отметили Рождество, которое прошло недавно. Так вот, супруга футболиста, певица-дизайнер Виктория Бекхэм выложила в соцсетях просто ряд милых фото о том, как ее семья встретила Рождество. С ними на этот раз не было их сына Бруклин, 23-летнего, который в уходящем году 23. Женился. Да. Только что малышом бегал. Все, он теперь со своей семьей празднует, но все остальные Бекхэмы поддержали семейную традицию, устроили пижамную вечеринку. Да, бывшая солистка Spice Girls также приготовила своему знаменитому мужу приятный сюрприз. Нарядилась в белую толстовку с надписью «Все, что я нахочу на Рождество, это Дэвид Бекхэм». Судя по фото, где супруги позируют в обнимку, Виктория получила все, что хотела. Да, интересно, он не стал ей дарить подарки после этой толстовки? Ну, тебе же ничего не надо, вот я у тебя есть, и все. А интересно, у него была какая-нибудь толстовка с какой-то надписью про Викторию? Да, как-то нечестно получается. Абсолютно. Надо узнать. Обидно даже. Аргентинский суперстар Лео Месси в этом году уже всего добился, поэтому имеет полное право на отдых в семейном кругу. Ну и главный подарок он тоже получил уже заранее. Да, есть фотография, что получил-то, чтобы мы посмотрели. Вот елочка, семья. И, по всей видимости, где-то это в теплых краях все происходит, да? Как непривычно. Думаешь? Видеть елку там, где можно ходить в рубашке с коротким рукавом. Дальше, Криштиану Роналду, да, вечный визави Лионеля Месси. Ему не повезло, к сожалению, на чемпионате мира. Как мы помним, Португалия вылетела. Но поэтому футболист похвастался в качестве компенсации другим подарком. Роскошным кабриолетом Роллс-Ройса от своей девушки Джорджины Родригес. Авто примечательно тем, что модель сняли с производства в марте нынешнего года и на прощание выпустили финальную серию кабриолета. Но в автопарке Криштиану, говорят, и так уже автомобили некуда ставить, на 18 миллионов долларов. Все еще дарят и дарят. Вот да, это. Да, да. Ну что ж, порадуемся за Роналду. А вот актриса Риз Уизерспун, она успевает не только много работать, но еще и проводить время с семьей. Судя по ее соцсетям, она порадовала также подписчиков умилительным фото со всей семьей на фоне елочки. И многие отметили ее сходство со старшей дочерью, как будто две сестры написали под снимком. Действительно, очень похожи. Так. Интересно, станет ли она... ну, пойдет ли по тому же пути, что и мама? Интересно, ну посмотрим, поживем и увидим, как говорится. Лера, ты посмотрела тот самый сериал, о котором сейчас говорят все повсеместно, сериал «Wednesday»? Нет, я жду январских праздников, вот как раз-таки, чтобы этим заняться. Ты же помнишь, что это сериал про девочку из семейки Адамс? Да-да-да. Да? Там говорят, это знаменитый танец, но я его видела. Танец, мне кажется, танец вообще не видел только ленивый. Вот вы сейчас можете посмотреть, если вдруг пропустили. Тиктоки, различные видео, которые снимают сейчас под эту музыку с этими движениями. Все звезды повторили уже. Сделали пародию на этот танец. Да. Но. 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 Всех удивила чемпионка по синхронному плаванию. Кристина. Да, Кристина Макушенко, которая повторила танец под, естественно, водой. Давайте это посмотрим, невероятное это было. Зрелище. Она, правда, признается, что было очень тяжело это видео снимать из-за платья. Оно все время всплывало. Вы представляете, как ей приходилось напрягаться на каблуках высоченных, наверное, под водой. Слушай, и легче. Быстро двигается. Это видео подускорено, потому что я еще посмотрела два видео вместе, и действительно она, ну, повторила точь-в-точь под водой. Ну, можно только съемка восторгаться. Съемка заняла
около 4 часов, насколько нам известно. Но я, конечно, преклоняюсь перед актрисой, которая исполняет роль главную в этом сериале, потому что говорят, что она в сценах даже не моргает, представляешь? А, кстати, еще одна спортсменка, фигуристка Камила Валиева, вышла на лед в образе Уэнсдэй Адамс на чемпионате России. И помимо движений с популярного танца, она исполнила 2 четверных тулупа, другие элементы фигурного катания. Поэтому ее похвалили за артистизм, назвали ее выступление лучшей адаптацией этой известной сцены. Она, кстати, на чемпионате заняла 2-е место, правда, уступив золото Софье Акатьевой. Да, ну и такое это же бывает. Друзья, вот вначале мы с вами, да, задали вам задачку. Кто же у нас сегодня скрыт? Что за известная личность такая? Мы поняли, что это девушка. Ей сделали предложение, она выкладывала кольцо. Да, кольцо какой-то невероятной красоты, но нарвалась также и на критику от своих, может быть, фанатов, а может быть, уже и нет, потому что она старше своего избранника. Кто это может быть? Ну, кто же? Конечно же, смотри, это... Подожди, не раскрываешь. Все, давай посмотрим, кто же есть, догадался. Светлана написала, может быть, это Селин Дион, или, может быть, это Шер. Итак, ну, точно кто-то из этих двоих. Давайте сразу приоткроем завесу тайны. Кто же у нас сегодня спрятан, скрыт за нашим... Конечно же, это Шер. Шер. Ей 76 лет, и несмотря на это, выглядит прекрасно. Чувствует себя, я думаю, так же. Ее возлюбленный 36-летний Александр Эдвардс подарил ей это кольцо. Ну, ее нисколько не смущает разница в возрасте. Она чувствует себя со своим бойфрендом практически подростком. Это прекрасно. В любом случае, желаем им счастья. Да, прекрасно. Шер стала украшением сегодняшней рубрики «Звездная среда», дорогие друзья. Надеюсь, что вы, ну, действительно все сами увидели своими глазами, что это была правда, мы тут ничего не обманывали. Действительно, Шер и новость про нее.